Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас предоставилась возможность взять интервью или, как это сказать, отзыв у наших клиентов Надежды и Михаила. Они к нам приехали из Самары. Давайте послушаем, что они нам расскажут. Ну, нам поселок понравился, потому что высокое место. Мы долго выбирали и смотрели, рассматривали в большинстве своем Цибанабалку и Пятихатки. Ну вот, качество строительства где-то не устраивало, планировки. Здесь вообще отношение по планировкам у застройщиков какое-то для нас непривычное. Мы привыкли немножко к другому. Больше всего нам понравилось то, что классный дом, хорошая планировка, продуманная. По крайней мере, вот для нас, с учетом того, чтобы мы и жили здесь зимой вдвоем, и чтобы летом принимать всех гостей, которые к нам потом приедут. Вот в этом плане нам понравилось как раз 125-й, этот, как он называется, проект 125-й, что пришли к нам, приехали к нам люди, и есть куда поселить. Во-вторых, нам понравилось то, что земли много. Для нас, вот я считаю, потому что 4 сутки и 3 даже, те, которые предлагает застройщик, этого недостаточно. Я считаю, что надо выйти, чтобы было где погулять в своем саду. Посадить сад тот, который нам нравится. И третье, и основное, наверное, мне понравилось то, что коммуникации. Вот это для нас, ну, наверное, 50%. Поэтому мы выбрали ваш объект. И, в общем-то, не смутило. Единственное, что мы хотели в кирпиче, но хотим, чтобы это побыстрее, поэтому остановились на штукатурке. И она, кстати, замечательная. Так что вот это она. Вот это мое мнение. Что еще муж скажет? Михаил, ваше сейчас мнение. Ну, я хочу еще добавить к этому и, соответственно, повториться. Мы 4 месяца здесь рассматривали кучу вариантов. Нам риэлторы показывали кучу домов. И вот вы знаете, заходили, смотрели, ну и дома красивые, и площадь хорошая, но не то, не то. А тут пришли, 125-й, и нам сразу все понравилось. Очень понравилось. И мы даже без разговора решили, что будем покупать здесь. Вот. Ну и дополнительно хочу сказать, что еще мне понравилось в этом коттеджном поселке, то, что здесь будет огорожено и въезд по... Да, охраняемые цветы. Да, 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 то есть не будет посторонних людей. Это очень большую роль играет. Ну и, конечно, то, что асфальт, то, что и вода, и газ, и все это большую роль играет для жизни. Поэтому... Да, тем более мы привыкли к комфорту. И самое главное, я считаю, что в данном поселке цена соответствует качеству. Это немаловажный фактор. Да, а мне еще вот понравилось отношение застройщика и директора, что форма оплаты просматривается любая. Это вот в нашей ситуации, в частности, очень много. Ну, просто замечательно. Это мы сейчас с вами о рассрочке говорим, да? Да, да, да. О рассрочке говорится. То есть это очень удобно. Вот рассматриваются любые формы оплаты и рассрочки. Это далеко не каждый может себе. Да, это говорит о отношении руководства с клиентами. Нам очень понравилось. Спасибо вам за теплые слова. Мы очень рады видеть вас в числе наших заказчиков. И теперь вы ожидаете отделку красивую. Да, на сегодняшний день Надежда с Михаилом выбрали у нас отделку. Кафель, ламинат, двери, обои. Ну и буквально в скором будущем они перережут красную ленточку на своем доме.